Нужно ли заводить свой YouTube-канал в 2022 году? Ну, а прежде чем мы продолжим, нам нужно завести по традиции автомобиль. И видим надпись эту красивую Land Cruiser. Крузачок завелся, и это прекрасно. Теперь можно со спокойной душой начинать видеоролик. Да? Вначале уменьшим печку поменьше, сделаем, точнее, кондиционер. Так, в общем, перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно себя спросить, а какие же площадки вообще сейчас могут приносить деньги? Да, потому что там инсту, допустим, заблочили, TikTok работает, вообще не работает, нельзя выложить видосы и так далее. То есть много сервисов поуходило. Что же функционирует сейчас в РФ? Да, прежде всего, это, конечно, Авито. Вы сейчас будете удивлены, да, но Авито сейчас качает как никогда. Почему это происходит? Потому что многие товары сейчас из-за рубежа стали недоступны, поэтому на досках объявлений, да, в частности, на Авито выкладывают те товары, которых у нас нет, да, то есть импортозамещение, так называемое, происходит, и там огромное количество людей зарабатывают на этом. То есть есть площадка Авито, там можно работать. Вторая площадка очень классная, это Telegram, да, там появилось огромное количество пользователей, даже у меня мама зарегистрировалась в Телеграме, папа зарегистрировался в Телеграме, да. То есть, и после инсты туда всех перекачали, народа огромное количество там появилось. Соответственно, там появилось и еще больше денег. Ну, там и так-то до этого было достаточно денег, да. Это вспомнил историю, как комик, забыл, как его зовут, продал свой телеграм-канал за 1 200 000 или 1,5 миллиона рублей. Называется телеграм-канал «Бывшая», да, он там выкладывал всякие истории. Вот. И в итоге его продал. Там 70 тысяч подписчиков было. Ну, что-то очень мало подписчиков. И больше ляма заработал. Ну, короче, круто, круто. Я имею в виду, что вот так вот и зарабатываются деньги большие. В Телеграме они тоже есть. Вот, ну, естественно, и третья площадка, на которой можно зарабатывать большие деньги, это, естественно, YouTube. YouTube всему голова, да. Два важных фактора успеха на YouTube, да. Ну, первое, это, естественно, выбрать правильно тематику своего YouTube канала, чтобы она была актуальной и интересной, чтобы зрители у нее были, да. И второй пункт — это сделать правильное видео, чтобы зрители его смотрели от начала и до конца, да. Кстати, вот сейчас этим же и занимался, то есть мне прислали видео, да, монтажеры мои, я вот сейчас просматривал видеоролики, говорил, что, допустим, здесь убрать, тут обрезать, тут добавить и так далее, чтобы видео было интереснее смотреть. Да, у меня, напомню, 4 YouTube канала, да, вот, поэтому работаем с командой над этими каналами. Вот, история была, еще почему YouTube классный. Тут нету начальника у тебя. Нету начальника, и в связи с этим у меня есть история. Когда я работал еще 3 года назад на наемной работе, и приходишь ты с замечательным настроением на работу, садишься на свое рабочее место, за компьютер, включаешь его, и тут директор вызывает всех начальников на совещание. Естественно, он приходит в плохом настроении, он поливает всех начальников фекалиями, ну, дерьмом, извините меня, да. То есть он же в плохом настроении, он просто всем раздает люлей. Начальники на этих эмоциях приходят к специалистам, к своим, да, и также этих специалистов обругивает, передает всю энергетику этого совещания, и все, вот, и все, и ты сидишь такой, весь обтекаешь этим дерьмом, у тебя настроения нету, работать не хочется, хочется просто пойти домой, налить себе чай с мелиссой и мятой и успокоиться, чтобы не нервничать, да, под одеялко лечь, выспаться, отдохнуть, да. Вот так вот оно бывает на наемной работе-то. А в Ютубе-то что? В Ютубе сидишь себе спокойно, ролики пилишь, выкладываешь их на Ютуб, да, сам себе начальник. Это что у нас? Это, конечно же, прекрасно, да, прекрасно. Поэтому Ютуб всему голова. И всем, кстати, еще настоятельно рекомендую купить макбуки. Это потрясающая вещь, которая экономит огромное количество моего времени. Он, в отличие от от винды, не глючит практически вообще. И потрясающе быстро работает. Поэтому всем рекомендую. Да, он, конечно, дороговатый, но рекомендую его. Вот сейчас я снимаю на iPhone 12 и за 30 секунд перекину в MacBook. Просто за 30 секунд видео перекинется несколько, там сколько, наверное, гигабайт оно будет весить.
Все быстро делается, поэтому всем рекомендую MacBook и работать на YouTube. Правда, нужно обучаться, а вы знаете, где нужно обучаться. Ссылочка находится в описании. На этом у меня все. Пока-пока.